добрых дней и до уютных вечеров. Вот такой вот осенний привет у нас в деревеньке. Со щедрыми дарами и вот такой вот красотой спешит к нам золотая осень. А это все мы сдобрим полезной информацией и подадим под соусом хорошего настроения. Это программа «Деревенька», и мы начинаем. От льнотресты до трёпаного льна. Деревенька знакомится с производством. Мы получаем пиломатериалы, получаем опилки. Опилки мы экспортируем в страны Прибалтики. Могилевские лесхозы наращивают экспорт продукции. Подробности в нашей программе. Мы сердечно вас витаем. Всех в гости запрошаем. Фестиваль народных талантов Могилевщины вернулся с каникул. Свои таланты продемонстрировал Кричевский район. Это лен. Лен, которым вдохновляются художники Эдгар Дега, Юрий Борсук, Борис Домашников. Лен, о котором пишут поэты. Сумуй лен, маркотится об лете, и светлый сум чуйнейшим робит слых. Это белорусский поэт Сергей Законников. Лен, который любит приверженцы здорового образа жизни и природной эстетики и аутентики. Таким лен мы видим на старте и в конечном продукте. А вот то, что происходит со льном на промежуточном этапе, остается за кадром. Как раз сейчас этот самый этап можно увидеть на полях области. Несколько десятков машин одновременно убирают его, точнее, поднимают, параллельно просушивают и прессуют. В этом году урожайность 33 центнера с гектара. Это хорошо. И на этой урожайной ноте с уборкой почти справились Хотинский и Мстиславский районы. Остальные активно подтягиваются. Трудоемкая эта культура считается, это на уровне этой свеклы сахарной в основном. Она требовательна и к почве. Это когда сеем особенно. Это есть вопрос, это в подворье площадей, это по всему району, это подбираем площади. Ну и по уборке, да, конечно, это не только это нужно это повытеребить, этот лен, но нужно его еще это и позаготовить, и свести на завод. Это вовремя все. К одному из главных переработчиков льна в области на предприятии «Горки лен» сырье должно попасть вовремя и в кондиции. Собрать культуру необходимо без спешки и прежде всего качественно. Сразу же за пресс-подборщиками мы производим эту погрузку от льнотресты. Два амкадора у нас работает и 10 единиц на отвозке. По заданию нужно это убрать и свести весь лен до 25 это сентября этого года. Это погожих 10 дней нам нужно, ну, включая переезды, так как это расстояние это между полями, это приличное расстояние. На заводе культуру ждут не очень влажной и не совсем сухой, не короткой и не длинной, такой, которая бы превратилась в качественное волокно. Для того, чтобы само производство работало в течение года стабильно, необходимо 7000 тонн льнотресты. Урожай, который в этом году вырос на площадях, позволяет, значит, собрать это количество и полностью обеспечить измеченную работу предприятия и выполнение государственного заказа, который есть на этот год. Для нормальной ритмичной работы стабильные предприятия у нас есть сырьевая зона, которая занимается производством льнотресты на площади 2300 гектар. В том числе мехотряд нашего предприятия 1850. В хозяйствах области заготовили более 15 тысяч тонн льнотресты. Поднять с полей удалось более 60% всего урожая, и до 25 сентября хозяйства должны завершить уборку. Пожелаем аграриям хорошей погоды и, пожалуй, пойдем выбирать фасоны для льняных платьев. Среди природных богатств в лесах Беларуси занимает совершенно особое место. Простая статистика. За один час
Один гектар зеленых насаждений поглощает ровно столько углекислого газа, сколько за это же время выдыхает более 200 человек. Кроме того, леса – это стратегически важный для экономики возобновляемый ресурс. Заготовка и переработка древесины – живые деньги, которые можно и нужно зарабатывать. Именно так к этому вопросу подошли в Осиповичском опытном лесхозе. На протяжении последних 5 лет мы активно работаем, занимаем в рейтинге предприятий достойные места по экспорту. Неоднократно являлись номинантами в республике «Лучший экспортер года». За последние годы расчетная лесосека у нас выросла вдвое. 139 тысяч до 276. Это позволяет нам, значит, иметь соответствующее сырье для переработки. Ну и вторым основным нашим, будем так говорить, основной ценностью являются это кадры. Наши кадры, высокопрофессиональные, влюбленные в свою профессию люди, которые позволяют нам выходить, значит, на эти рубежи. В 2007 году в Осиповичском лесхозе ввели в эксплуатацию котельную с двумя сушилками. Работает она на отходах лесопиления, опилках и щепе. С этого же времени работает новая линия сортировки и переработки древесины. Цех Осиповичского опытного лесхоза, здесь создано безотходное производство. То есть лесоматериалы перерабатываются полностью, и отходов практически мы не получаем. Благодаря такой линии предприятие перерабатывает от 70 до 100 кубических метров древесины в сутки. С реализацией проблем нет. Мы получаем пиломатериалы, получаем опилки. Опилки мы экспортируем в страны Прибалтики и щепу, которая экспортируется в ту же самую Польшу, ту же самую Прибалтику. В соседнем Кличевском районе выбрали не менее перспективное направление. Относительно недавно местный лесхоз освоил производство оцилиндрованного бревна. В плане деревообработки мы выбрали путь переработки мелкой и средней древесины. Мелкая древесина перерабатывается в палисады, так называемые. Это фрезеруется на оцилиндровочных станках. И 99% экспортируется в дальнее зарубежье. Затем 2 года назад купили опять вот эту новую линию немецкую Безнер Освальд. И сейчас у нас есть надежные партнеры, которые уже давние партнеры. Но мы в плане переработки мелкотоварной древесины очень уверенно смотрим в будущее. И вновь безотходное производство. Щепа и опилки идут на экспорт, а обрезки и низкосортовая древесина – сырье для линии сращивания древесины. На выходе лесхоз получает высококачественную продукцию. Кличевский лесхоз всегда был сильным лесхозом. Он остается одним из сильных и сегодня. У нас очень много молодежи. За прошлый год к нам пришло на работу 26 молодых специалистов. 40% из 400 работающих – это молодые люди. И, конечно, спасибо ветеранам, которые заложили, создали по крупицам материальную базу нашего предприятия. И спасибо тем работникам, которые сегодня хорошо работают. Это привлекает молодежь, потому они идут учиться на профессию лесовода. Могилевские лесхозы наращивают экспорт лесопродукции. В этом году на счету объединения пока 15 миллионов долларов. В планах достичь уровня максимально удачного 2014 года. Тогда на древесине и продаже саженцев удалось заработать 39 миллионов долларов. В народе считали, что с 14 сентября наступает бабье лето. И по первому дню бабьего лета судили о всей осени. Если было ясно, то и вся осень будет теплая. С бабьим летом начинались и бабьи работы. С раннего утра женщины и девушки мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен, достелили его по лугам, чтобы отлежался. Вечером же садились за прясла. Впрочем, не только работой занимались крестьянки. На бабье лето частенько устраивали народные гуляния с хороводами, песнями, плясками. Женихи выходили смотреть невест. Матушки в это время пекли пироги, накрывали столы, да звали в гости всех красных девушек с округи. А на них посмотреть парни сами соберутся. С первого дня бабьего лета начинались свадебные недели. Головня боль, голова, кружение не беспокоит?
Знакомьтесь, Екатерина Ткачева, врач общей практики. Она молодой специалист и в свои 25 уже возглавила Рестянскую сельскую врачебную амбулаторию, что в агрогородке Горбовичи Чаусского района. Вы его принимаете после еды, 40 минут после еды проходит, как покушали, и столовую ложечку принимаете. Хорошо? Хорошо. Екатерина родом с Чаусского района, куда и получила распределение после окончания медуниверситета. Живет с родителями в соседних Войнилах и каждый рабочий день в 8 утра начинает прием больных. Впечатление? Ну, я ожидала, наверное, что будет полегче. А здесь, да, очень широкий спектр работы, разнообразные пациенты, много пациентов, большой поток. Больше всего приходится сталкиваться с сердечно-сосудистыми заболеваниями у взрослых и простудами у детей. Случаются и травмы. Разбираться приходится совсем сразу. Я стараюсь уделить внимание пациентам, как-то им объяснить, помочь, чтобы было более доступно. И несмотря на то, что амбулатория сельская, а молодежь, говорят, неохотно едет в деревни, здесь работают еще два молодых врача. И в соседнем кабинете ведет прием стоматолог. Не волнуйтесь. Да я не волнуюсь. Что такое делать, ему может не волноваться. Дневной прием 12 человек. Здесь социальный прием. Все бесплатно для местных жителей, и даже дачников иногда принимают с острой болью. Говорят, если раньше зубы в сельской амбулатории в основном удаляли, избавляя от больной проблемы, то теперь лечат и сохраняют. То есть работать везде нужно. Не обязательно в городе. Зубы везде лечатся. Здесь деревня достаточно большая, и стоматологическая помощь здесь тоже очень нужна. Не всегда есть возможность доехать в районную больницу, и там всегда очереди, а здесь люди по возможности приходят, когда им нужно. Рестянская врачебная амбулатория обслуживает более 1000 жителей в Горбовичах и десятки окрестных деревень. Тут, говорят, всегда многолюдно, и автомобили, и подводы везут тех, кому нужна помощь медиков. Например, Ирине Букатенко и ее маленькой дочке. Мы пришли нам 5 месяцев, решили прийти взвеситься, рост узнать свой, как мы растем, развиваемся, зубки, улыбаемся. Александра – одна из 10 детей до года, которым всегда особенно внимательна еще одна молодая доктор Екатерина. Вес и рост в порядке, а малышка – идеальный пациент. Какой прекрасный ребенок, даже не плачет. Всего же на попечении сельского педиатра 340 детей. Нагрузка не маленькая, но ей, если честно, хотелось бы еще больше. Здесь все хорошо, но только, может быть, ремонт нам хотелось бы и все. А так все хорошо. Население хорошее, врачи все молодые. Все нравится. Молодых врачей поддерживают опытные работники. Они все считают, что у недавних выпускников высокая квалификация и новые методы лечения на вооружении, и вообще больше энергии. Но советы от опытных и бывалых всегда на пользу. Молодым специалистам, конечно, нужно в наше время терпение. Очень, в первую очередь, терпение, терпение, терпение. Потому что они приходят, у них доброта, это чувствуется, у них забота чувствуется. Ну, как бы они не лишены этого. Ну, конечно, отличных успехов, чтобы новые идеи внедряли, новые методы лечения. Но еще раз повторю, очень такое сейчас сложное. Поколение стареет, и поэтому самое главное – это терпение. Иногда медики очень часто не забывают про себя, про свое здоровье. Всегда только больные, больные, больные. Ну, так и надо. Это наше призвание. Мы должны служить действительно людям. Но я считаю, что все равно должно быть какое-то место и для себя, и для своей семьи, и для родных, и близких. Своим пациентам я желаю в первую очередь здоровья, как врач, чтобы они следили за своим здоровьем и вовремя обращались за помощью. Это самое главное. После летних каникул Могилевщина продолжила знакомиться со своими талантами. Фестиваль народных талантов Могилевщины открыл Кричевский район. Напомним, в год культуры каждый район делает своеобразный творческий отчет. Вот кричевские мастера встречали зрителя выставкой-продажей. Мы из Кричева, аграрный колледж, и наши учащиеся занимаются столярным делом, делают такие изделия.
У нас хороший спрос на досточки, на лопатки из дерева. Кричевский район славится игрушками-свистульками. Разнообразную керамику представила школа искусств. Это просто декоративное искусство. Ну, дети сами лепят. Вышиванки, ткачество, вязание, картины. Некоторые ремесленники удивили национальными костюмами собственного производства. Тонкий лен, тоненький, невесомый. То есть это ваш такой сценический костюм? Я представляю студию «Добрость», студия декоративно-прикладного творчества. В нашу студию входят мастера разных направлений – вязание, вышивка. Праздничное настроение в фойе Могилевского областного методического центра народного творчества создавал народный ансамбль народных инструментов «Спадщина». Мы стартуем новый этап, значит, второго полугодия фестиваля талантов народных Могилевщины. И открывает его эта Кричевская земля. Кричевщина показывает именно свое направление, чем они развиты, на что они способны. То, что мы видим сегодня, библиотека в каких формах работает? Она работает в формах и арт-кафе, и библиотека-кафе, то есть интересные формы, и своих авторов интересно подают. Меня очень приятно удивляет эта школа искусств со своими изделиями новыми, которые у них появились. Здесь присутствует у нас три народных коллектива. Это коллектив, значит, «Народные витания», это народный коллектив ветеранов, хора ветеранов и духовой оркестр. Значит, вот они сегодня будут проходить защиту. И плюс, также мы сюда привезли коллективы наших школ, значит, искусств. Тем временем за кулисами шла репетиция. Последние штрихи перед выходом на большую сцену. Артисты приоткрыли некоторые тайны. Вы увидите сегодня, кстати, символ нашего города, нашу императрицу Екатерину и графа Потемкина, который тоже появится на сцене. Наши знаменитые овощилы, которые являются основателем нашего города, тоже покажутся на сцене сегодня. Вы знаете, этот концерт для нас очень важный. Это как бы идет наш отчет за год нашей работы. Сегодня все наши образцовые коллективы, народные, показывают свою работу и показывают свое творчество. Мы хотим показать свой коллектив «Вощилки». Поехал Сидор до млына, ого! Дистала у ягона вина, ага! Сдохла у яга кобыла, сдохла! На празднике Кричевский край рассказал свою богатую историю и передал эстафету следующему району – Климовичскому. Осень – это время сбора урожая. И пока наши сельчане собирают со своих деревьев до парников экологически чистые яблоки да помидорки, с заморских стран на прилавки наших магазинов спешат фрукты и овощи. Красивые, блестящие, но эксперты назвали фрукты и овощи, в которых содержится наибольшее количество пестицидов. На первом месте персики, довольно популярные в это время года. Далее идут виноград, клубника, помидоры черри, перец, картошка и бананы. По мнению ученых, именно в этих, так сказать, дарах природы содержится больше всего химикатов. Специалисты советуют обращать внимание на страну производителя, а также на внешний вид фруктов. Как ни странно, чем более привлекательно выглядит фрукт, тем более он подозрителен. Так что следите за тем, что вы едите, и будьте здоровы. Пока-пока!